Доброго времени суток, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Студариума на лекции, посвященной головоногим моллюскам. С вами Юра Белевич. Для подготовки к данной лекции я использовал статью, которую вы, конечно же, можете найти на Студариуме. Ссылка будет в описании. Вам известно мое чуткое отношение к лакомству. Сегодня я постарался и нашел для вас самые интересные вопросы по головоногим моллюскам. В их числе оказались вопросы на геохронологическую таблицу. Таких даже два вопроса. Мы все обязательно решим и подробно разберем их после окончания лекции. Финис коронат опус. Конец венчает дело. А тут ноги венчают голову. Как бы там ни было, мы завершаем изучение типа моллюски и, надеюсь, к концу четвертой лекции уже более-менее понятно, о ком мы говорим. Моллюски или по-другому мягкотелые – это тип, который состоит из нескольких классов. Брюхоногие, улитка Гэри со своим двухкамерным сердцем уже хочет домой в ананас двустворчатые или пластинчато-жаберные, которые устали застревать в вагоне метро и уже не выходят из дома, никуда не высовываются, одну вечность. И, наконец, головоногие. Начало знакомства по лицу Сквидварда такое себе, но я уверен, вам они понравятся. Давайте переходить к представителям головоногих моллюсков. В переводе головоногие, цефалоподы – это их синоним, цефал – голова и под – нога. Представителями головоногих моллюсков является осьминог, каракатица, кальмар, наутилус. Взглянем на них. Осьминог. Ну вот, видите, он уже стал к вам более снисходителен. Но если показывать настоящего осьминога, вот так он выглядит. Каракатица. Рекомендовал завести в качестве домашнего животного. Может быть, кто-то попробовал, может быть, еще нет, пока не поздно. Кальмар. Выглядит так. И Наутилус. Перед вами все они. Иногда для ответа на вопросы достаточно знать, что тот или иной организм относится к определенному классу. Запомните их, они чаще всего попадаются в вопросах экзамена. Головоногие моллюски распространены в морях и океанах. Они живут во всей толще воды, на любой глубине, но предпочитают, излюбленное их место, это придонный слой или дно. То есть как можно дальше от Homo sapiens с большой идиоадаптацией, и те все равно до них добираются. Головоногие – это хищники, засадники. Их добычей чаще всего становятся моллюски, ракообразные, рыба, планктон и блогеры. Блогеры тоже очень часто становятся добычей головоногих моллюсков, но это, конечно, надо обладать диффузной нервной системой и быть полной чтобы надеть осьминога себе на лицо. Это психологически необратимое состояние. Теперь самое время поговорить о многострадальном осьминоге, разобрать его строение, параллельно упоминая какие-то важные детали и строение других организмов, которые относятся к данному классу. Начнем мы с симметрии, которая характерна для всех головоногих. Это двусторонняя или билатеральная симметрия. Посмотрите, насколько точно художники-мультипликаторы создали образ Сквидварда. Его тело идеально делится на левую и правую сторону, поэтому осьминог в мультике имеет совершенно точно двустороннюю симметрию. Биологически они оказались очень верны. Если мы возьмем осьминога в нативном состоянии, из природы, то мы также можем, ну здесь уже не так ровно, потому что осьминог плавает так, как ему захочется, но можно увидеть, что его тело также совершенно замечательно делится на левую и правую сторону. Головоногие вообще считаются самыми высокоорганизованными, и Сквидвард тоже оказался в бикини ботом самым интеллектуально одаренным среди всех, у кого тоже необратимое психологическое состояние. Важно отметить особую способность головоногих к маскировке. Она возможна за счет управляемых пигментных клеток хроматофоров от греческого хромос цвет и фор несущий. Клетки хроматофоры могут растягиваться специальными мускулами головоногих моллюсков и при растяжении этих клеток внутри них происходит переориентация и перемещение пигментов. За счет этого и меняется цвет покрова головоногого моллюска. Например, осьминог, в переводе означающий восемь ног, успешно справляется с задачей маскировки, таким образом принимает цвет фона окружающей среды и становится незаметен. Тело осьминога, головоногих моллюсков, состоит из трех отделов: это голова, туловища и нога, которая видоизменена в щупальца, преобразована. Количество щупалец может достигать 8, 10 или большее число. Располагаются они вокруг головы. Казалось, что каждому моллюску в порядке очереди положена однокомнатная раковина. Но головоногие отказываются. У них раковина редуцирована. Более того, у многих отсутствует вообще. А в глубине глотки мы неожиданно находим остаток брюхоногих моллюсков. Радула, терка с латинского «радула скребок» появляется это челюсти, которые перетирают добычу, измельчают ее. У головоногих тоже есть. Те, кто смотрел предыдущие видео, знают, что терка радула – это самая настоящая бензопила. Посмотрите на лицо вот этой счастливой рыбы. А тут на самом деле замаскировался моллюск. Да, вот так выглядит головоногий моллюск, который вышел на охоту. И появляется он также внезапно, он же замаскирован, слился с фоном окружающей среды, а когда надо, появился. И рыбы уже так рада не будет. Продолжаем изучение головоногих. Ротовое отверстие у них расположено вместе с хождением щупалец, анальное отверстие под мантией. Мантия кожная складка напоминает морщинистый кожаный мешок. Кровеносная система у головоногих. Почти замкнутая. Н не мог написать по-другому, правда. По факту она не замкнутая. Но остались эти лакуны синусы единичные. Лишь в некоторых местах между капиллярами артерии и вен остаются те самые лакуны, которые делают кровеносную систему не замкнутой. Далее сердце головоногих состоит из одного желудочка, куда с боков открываются два или четыре предсердия головоногие ведут скромный, замаскированный образ жизни на морском дне. Но радула у них есть, так что лучше не злить их тем, у кого с головным мозгом не очень. Вот у губок и морских звезд там, конечно, все совсем печально. Далее, продолжаем тему сердца. У осьминога три сердца. Одно главное гонит голубую кровь по всему телу, а два других жаберных проталкивают кровь через жабры. Не волнуйтесь, почему кровь имеет такой цвет, вы совсем скоро узнаете, а пока все же мне хотелось бы растолковать, что это за жаберные сердца. Жаберные сердца – это на самом деле мускулистые расширения, приносящих жаберных сосудов. То есть те сосуды, которые впадают в жабры, имеют такие мускулистые расширения, которые сокращаются, их и называют жаберными сердцами. А голубой цвет крови обусловлен белком гемоцианином, который имеет в своем составе медь. Легко догадаться, что именно гемоцианин вдохновил создателей истории об аватаре. Вы только посмотрите на цвет кожных покровов. Участие гемоцианина здесь Очевидно, он окрасил покровы в голубой цвет, и теперь мы еще на один шаг ближе к пониманию головоногих моллюсков и их огромного значения. Далее, головоногие, я уже говорил, высокоорганизованный класс, действительно они имеют самое прогрессивное строение среди всех моллюсков. Это точно, но есть же кинестетики, пока лицом не почувствуешь, пока щеки радуло не коснется, они не поймут. И вот как только прицепят одного осьминога, ну или двух там, на лицо, то сразу понимают, кто умнее и прогрессивнее. И, кстати, со стороны это очень хорошо заметно. Нервные клетки собраны в сложно устроенные ганглии, нервные узлы, которые обычно называют мозгом. У некоторых мозга явно... Ну ладно. Так, хорошо развитые органы чувств, зрение, глаза... Равновесие, статоцисты и также органы химического чувства асфардии. Я напомню, что в переводе с латинского асфардиум это нюхать, обонять, так что тут перевод говорит сам за себя. Ну а глаза осьминога это нечто, они способны к аккомодации. Это потрясающе для беспозвоночного на таком этапе эволюции иметь способность к установки зрения на наилучшее видение объекта. У нас с вами тоже есть аккомодация. Это та самая фокусировка зрения. То есть, если затащить в кабинет к офтальмологу беззубку, улитку и осьминога, то осьминог увидит последнюю строчку таблицы Сивцева. Беззубка вообще не поймет, что что-либо поменялось. А улитка Гэри спросит, доктор, а вы где? примерно так это будет выглядеть. А мы давайте не примерно, а точно изобразим на схеме все, что мы изучили. Роговые челюсти, та самая терка, радула, которая способствует измельчению добычи, вот она перед вами. Несмотря на то, что перед нами продольный срез осьминога, здесь хорошо заметно, что щупальца окружают то самое ротовое отверстие, глотку, роговые челюсти, вот эти терку, радулу. То есть щупальца по периферии, расположенные, а в центре всех щупалец, вместе месте схождения щупалец, как раз ротовое отверстие. Головной мозг назвали, прогрессивное строение, вспомните. Есть сифон у головоногого моллюска в единственном числе, который служит для набора воды, мы еще поговорим о нем. Печень, пищеварительная железа, которая впервые у моллюсков появилась. Поджелудочная железа, Далее желудок. Здесь пища ферментативно обрабатывается. Мантия. Вот она, это кожная складка, которая характерна для моллюсков. Далее половая железа, гонада. Ну, благодаря чему-то надо появляться, продолжать рот. Далее почка, выделительная система, сердце, представленное одним желудочком, в который впадают два или четыре предсердия. Затем жабры, где происходит газообмен, орган дыхания и, наконец, чернильная железа, мешок. Скоро узнаете о нем во всех деталях. А теперь про сифон. Это трубчатый орган, часть мантии, ее продолжение по сути. У осьминога один и ведет он в мантийную полость, куда моллюск набирает воду. Справедливый вопрос, зачем хищнику пытаться прикидываться беззубкой каким-то фильтратором. Но осьминог не прикидывается. Он использует это несколько иначе. Когда он набрал воду в мантийную полость, с сильным сокращением мышц мантийной полости он может эту воду вытолкнуть в определенный момент и создать очень серьезный импульс для движения. В связи с этим запомните термин, который встречается в вопросах экзамена. Это способ движения моллюска. Он реактивный. Можете представить себе, как осьминог, кальмар, другие головоногие моллюски набирают воду в мантийную полость, а затем выталкивают ее еще щупальцами, как будто отталкиваются от толщи воды, и так и создается импульс, происходит их движение. По факту этот же принцип работы заложен в реактивных двигателях. То есть вот так идею взяли и у головоногих моллюсков украли но зато теперь можно быстро добраться до тех мест, где осьминога или одного или двух можно посадить на лицо. Браво! Вот это достижение! Далее, строение головоногих моллюсков. Хочется отметить наутилуса, у которого есть капюшон. Он прикрывает голову моллюска. Абсолютно логичная ситуация, не правда ли? И капюшон может закрыть входное отверстие, когда моллюск спрятался в раковину. Давайте взглянем на наутилуса, самый консервативный моллюск, который не захотел сбрасывать раковину, все остальные давно избавились, уже у всех редуцировано, а он верен традициям, что поделать. Капюшон – та самая лопасть, которая прикрывает голову. Раковина – пережиток прошлого. И щупальца, которые преобразована нога. Все это наутилус. Вот так он выглядит. Далее, к половой системе головоногие моллюски, раздельно полые организмы. Оплодотворение у них внешнее обычно осуществляется в мантийной полости, то есть вне половых путей самки, поэтому и называется внешним. Но бывает и внутреннее оплодотворение гораздо реже. Вы запомните, как внешнее оплодотворение. Развитие у большинства подавляющего – это прямое развитие. Вот прекрасная пара головоногих моллюсков. Посмотрите, запомните, что они раздельно полые, и вообще вы их засмущали. Так на них смотрите. Им нужна романтическая обстановка. Ну, например, вечереет. В окне виден тусклый свет от горящих свечей. На каменный пол отбрасывают полутени старинные итальянские стулья. Вот это им нужно, понимаете? Ну ничего, скоро и без этого всего в придонном слое будет довольно жарко. Что ж, последнее, о чем осталось поговорить, это чернильная железа, мешок. Этот мешок нам попадается не первый раз, мы уже видели его на схеме. Это непарный защитный орган, который развивается из расширения задней кишки. Основной компонент, который синтезирует чернильная железа, пигмент меланин. Пигмент черного цвета от греческого меланос – черный. Меланин как раз содержится в чернилах, которые заполняют чернильный мешок – они нерастворимы в воде, то есть с химической точки зрения это осадок. При возникновении блогером опасности чернила выбрасываются из мешка в задний проход, вот так ей надо, выходя из которого смешиваются с водой. Образуется дымовая завеса, самая настоящая, которая дезориентирует того, кто нападает на моллюска-хищника. Любого хищника, и за эти доли секунды, пока дезориентирован тот, у кого головной мозг отсутствует, скорее всего, моллюск успевает уплыть куда подальше от этого места, и опасность минует его. Чернильный мешок хорошо знаком поклонникам известной игры Майнкрафта, то есть вы уже тогда изучали головоногих моллюсков на подсознательном уровне, а в жизни чернильный мешок и дымовая завеса вот реализуются таким образом. Теперь давайте подытожим все сказанное нами и поговорим о значении головоногих моллюсков. То, что благодаря ним изобрели самолеты, реактивный способ движения, создали аватара, гемоцианин, и изобрели Майнкрафт, вы теперь знаете. Но есть еще кое-что интересное. Звено в цепи питания. Любой животный организм занимает какую-то позицию в цепях питания. Моллюски головоногие – это хищники, поэтому они консументы, Посмотрите, только хищник может так наброситься на добычу. Кстати, слегка напоминает вас после второй пары, ну или шести уроков. Консументы, они есть консументы. Далее, пищевое значение. В пищу употребляют каракатиц, осьминогов, кальмаров. Это настоящий деликатес. Обратите внимание, как хорошо видно на этом фото ротовое отверстие, окруженное щупальцами со всех сторон, то, что мы говорили. Но не видно еще одно ротовое отверстие, которое скоро получит удовольствие вкусить все это. И, наконец, из секрета чернильной железы изготавливают акварельную краску, а также натуральную китайскую тушь. Поэтому художники должны снять шляпу перед осьминогами, а девушки благодарить их всякий раз, когда наводят красоту. Помимо родительского поколения, благодарить в том числе и головоногих. Ведь они так старались. Синтезировали для вас меланин. А он с неба не падает. Так что цените, не сажайте головоногих туда, куда их не надо сажать. И не нарушайте привычный ритм их жизни. Слава Павлову, мы переходим к тестам. Чтобы было интереснее, ставьте видео на паузу и сначала пробуйте решить вопросы сами, а затем включайте и смотрите мое решение. Что ж, самая развитая нервная система и органы чувств, прогрессивное строение, конечно, сквидвард, конечно, головоногие моллюски. Далее, внутренний скелет впервые сформировался в процессе эволюции у не у головоногих Они здесь ни при чем У них никакого скелета нет У паукообразных и насекомых Тоже отсутствует У хордовых впервые появился Внутренний скелет Следующий вопрос Реактивный способ передвижения характерен Реактивные двигатели Аватар, Майнкрафт и прочие Всем этим мы обязаны Головоногим моллюскам Каракатице, осьминогу и так далее Беззубка одну вечность спустя будет на том же месте, мидия такая же, прудовик еще хоть как-то, хоть где-то ползает. Давайте к следующим вопросам. Признаки, характерные для членистоногих и моллюсков. К головоногим тоже будет относиться. Двусторонняя симметрия тела характерна для головоногих. Конечно, трехслойное строение. Это за счет наличия третьего зародышевого листка мезодермы, из которой развиваются мышцы, Сегментация тела не характерна, потому что у моллюсков отделы тела, а не сегменты. Отделы – голова, туловище и нога, ну, преобразованные в щупальца или нет, но это уже не сегменты. Хитиновый покров – это только для насекомых, то есть для членистоногих характерно. Незамкнутая кровеносная система – да, это будет их объединять. Помните, я говорил, что у головоногих почти замкнутая, но это не меняет факт того, что все же она не замкнутая. Следующее задание на геохронологию. Давайте посмотрим на мудрого Белемнита, который еще 440-410 миллионов лет назад понял, что изобретут Инстаграм и решил просто вымереть. Вот это животное. Нам нужно определить эру и период, в которую оно обитало, и его близких родственников. Знакомство с головоногими должно вас натолкнуть на мысль. Когда вы будете смотреть на белемнита на экзамене, вы должны вспомнить, что кальмар очень на него похож. И это и будет его ближайший родственник. Ну а что касается эры, то 440-410 миллионов лет назад. Тут чисто математический расчет. Давайте смотреть. 440-410. Выбираем вот из этой колонки самое ближайшее к этим цифрам число. 440-410 570 ближе всего. Поэтому однозначно это животное обитало в палеозойскую эру. Осталось определиться лишь с периодом, в который жил белеменит. Так, 570. Из этого числа мы вычитаем 440, математика, 130 и начинаем идти от низа вверх. Смотрим. Кембрийский период забирает 70 миллионов лет, то есть у нас остается с вами 130 минус 70, это будет 60. Ордовикский забирает еще 60, и мы попадаем с вами в Силур. Силурийский период, который длился 30 миллионов лет. Вот здесь и обитал Белеменит. Для верного ответа на этот вопрос мы указываем эру, указываем ее период и указываем ближайшего родственника, который решил не исчезать, остался и получил то, что получил вместе со осьминогом на пару. Что ж, давайте дальше. Английский писатель Джеймс Олдридж описал интересную особенность осьминога. Он положил осьминога на лист газеты, тот моментально изменил окраску, став полосатым. В чем биологический смысл описанного явления? Давайте укажем, что это маскировка, защитный механизм, который позволяет осьминогу стать незаметным для врагов. Вторым пунктом мы отметим, что осьминог – хищник-засадник. За счет данного приспособления способен более успешно охотиться. Вот пункты, обязательные для ответа на такой вопрос. Далее, собрал для вас вопросы и исключил остальные примеры, потому что мы же сегодня занимаемся головоногими, глаза осьминога и собаки. Это аналогичные органы. Я напомню, что аналогичные органы – это органы, которые имеют разное происхождение, они образуются из разных зародышевых структур, но по функции они схожи. Так вот, глаза осьминога и собаки – это вещи в плане эмбриогенеза несопоставимые, совершенно из разных структур, но функция одна и та же – зрение. К следующему вопросу – пример и процесс строения глаза осьминога и человека. Это, конечно, схождение, то есть функция – это одинаково, поэтому конвергенция. Если бы функция была разной, тогда бы мы сказали дивергенция. Давайте снова займемся геохронологией, посмотрим на тех, кто оказался достаточно мудр и вымер задолго до появления блогеров. Это Аммонит. 220 миллионов лет назад обитал. Теперь, когда вы знаете побольше о головоногих, вы должны не просто любоваться этой картинкой, а еще видеть здесь основные признаки этого класса мягкотелость, наличие щупалец, раковины. У некоторых головоногих есть, и нельзя об этом забывать. Вот это все мы должны видеть и сразу относить к головоногим. Сходство здесь на... Ну, не на лицо, потому что лица нет, но на голову, туловище и щупальца есть. Далее в дело идет математика. 220 миллионов лет. Давайте запишем. Мезозойская эра. Очевидно, что не дальше, чем Мезозой зашел Аманит. Как и в предыдущем задании, мы вычитаем из 230 220. Получаем 10 миллионов лет, идем выше, и нет, не идем выше, потому что Триас это 35 миллионов лет, а 10 миллионов лет значит в Триасе и останавливаемся. Аманит обитал в Триасовый период. Элементами ответа на данное задание будет эра, период данной эры, в которой обитало животное. Давайте еще разок взглянем на Аммонита. Вот он, и мы видим признаки моллюсков, мы видим мягкотелость, при этом наличие раковины. Мы видим с вами щупальца, которые являются производными ноги, нога преобразована в щупальца. Вот это все признаки, которые дают возможность нам предположить, что осьминог, представитель современной фауны будет ближайшим родственником к аммониту. Признаки, по которым мы определили, это то, что эти моллюски мягкотелые, имеют щупальца присосками, имеют раковину. Сейчас я вспомнил, что в предыдущем задании на геохронологию мы с вами не указали признаки, по которым определили, но, поверьте, они не сильно отличаются. Это опять та же мягкотелость. Давайте перечислим эти признаки. Хорошо заметны глаза, щупальца с присосками. Думаю, этих внешних признаков будет достаточно. Что ж, с следующим заданием давайте переходить. Животные и группы организмов. Тоже исключил всех лишних, чтобы ничто не отвлекало от головоногих. Кальмары – это первично водные животные, потому что их предки жили в воде. Вот если бы их предки жили на суше, а потом перешли в воду, то они были бы вторично водными. Но кальмары и вся их родословная, она в воде, в прямом смысле. Давайте к следующему вопросу. Непереваренные остатки пищи выводятся через ротовое отверстие у... Только не у кальмара, потому что у кальмара есть анальное отверстие, у него сквозной тип пищеварительной системы, который характерен для всех моллюсков. Анальное отверстие возникло у круглых червей, аскарида и у членистоногих, конечно, тоже оно есть. У всех остальных еще они не дожили до такого новшества, как анальное отверстие. У них замкнутый тип пищеварительной системы, непереваренные остатки удаляются через рот. Давайте дальше. Легочное дыхание характерно для, конечно, не для осьминога. У него жабры. Жабры также у перловицы, класс двустворчатые. У устрицы тоже двустворчатые, а вот брюхоногие отличились, живут на суше, соответственно, и дыхание у них легочное. Давайте последний вопрос решим. Какой из приведенных животных имеет мантию, чернильный мешок, мантийную полость? Вот все эти три компонента, но даже чернильный мешок – это уже достаточно, чтобы сделать совершенно верный вывод. Конечно, нужно искать головоногого моллюска – каракатицу беззубка двустворчатая, не имеет чернильного мешка, но имеет мантию и мантийную полость. То же самое касается виноградной улитки. Нет чернильного мешка, но есть мантия и мантийная полость. Планария вообще не имеет ни первого, ни второго, ни третьего. Это плоские черви класс ресничные. Спасибо вам большое за то, что это время были со мной. Я надеюсь, узнали что-то новое не только про блогеров, инстаграм, но и про головоногих. Поэтому до того, как вы зайдете в Майнкрафт и начнете добывать чернильный мешок, обязательно зайдите на Студариум и посмотрите еще раз статью по классу головоногие. Здесь все, что мы изучили, расписано, показано. Прочитайте, посмотрите, и в конце статьи вас ждет тест – который обязательно нужно пройти для закрепления знаний. Комменциализм, консерватизм – это не лучшие варианты. Симбиоз гораздо приятнее и лучше. Поэтому, если вам нравится то, что я делаю, нравится видео, нравится сайт, и вы хотите поддержать, то это можно сделать, приобретя книги, которые сделают вашу подготовку приятнее, интереснее, эффективнее, а мне помогут содержать сайт, развивать проект – творить и создавать для вас. Это лучший вариант симбиоза. Подписывайтесь на канал в YouTube, ставьте лайки для синтеза у меня АТФ. Всем желаю делать анатомически правильные, безопасные селфи. Успехов, удачи и до новых встреч!